На Махачкалинском стадионе Республиканской детско-юношеской спортшколы определили победителя Лиги чемпионов Дагестана по футболу. В финале встретились столичные команды «Иглс» и судостроитель «Динамо-2». А вот кто стал обладателем почетного трофея, расскажем прямо сейчас. В восьмом по счету в финале Лиги чемпионов Дагестана по футболу встретились прошлогодние победители этого турнира — команда «Иглс» и судостроитель «Динамо-2». Тревожит оборону соперников, и уже на 5-й минуте матча гол в свой актив записал нападающий Карим Гераев. Первый тайм так и завершился со счетом 1-0 в пользу «Иглс». После перерыва лучше выглядели футболисты судостроителя «Динамо». На 48-й минуте матча вратарь «Орлов» вынужден был свалить своей штрафной. Арбитр показал на точку, пенальти реализовал нападающий Магомед Насибов. Окрыленные успехом, подопечные Камиля Агаларова уже через 5 минут забили еще раз. Дубль оформил Магомед Насибов, а его команда, судостроитель «Динамо-2», стала победителем Лиги чемпионов Дагестана по футболу. Победителей наградили заместитель директора Республиканской детской юношеской спортшколы Михаил Маркаров и президент Федерации футбола города Махачкалы Джамал Гинжиханов. Вначале было сложно, честно сказать, чисто игру сначала, но у нас всегда вот во втором тайме всегда лучше получается, чем в первом. И мы вот так включились во втором и смогли нажать. Ну, в конце тоже нервная концовка была. Нам сказали, что мы встречали на чужой половине, ближе к сопернику. И мы встретили их там, и получилось, да, забить. Желание победить, конечно, как отказать этим взрослым ребятам. Они выходят на поле, они смотрят, сколько им лет и кто против них играет. Они выходят рубить. Опыт сказывается, да. И как им сказать, чтобы они не играли или там. Они играют, они не жалеются. То, что Аллах уготовил, мы не можем избежать от этого. Значит, нам сегодня было не суждено. В церемонии награждения также приняли участие директор филиала Академии «Динамо Москва» в Республике Дагестан Магомед Исаев и вице-президент столичной федерации футбола Зайнал Абид Шабанов. Организаторы также отметили лучших футболистов. Вратарь Давид Волк, защитник Муслим Богатырев, полузащитник Паша Джабраилов, нападающий Магомед Насибов. Лучшим игроком Лиги чемпионов Дагестана по футболу сезона 2022 признали Муслима Бамадгереева. Гаджимурат Зиаутдинов, Махарбек Амариев, Рамазан Омаров и Мурат Газиамаров. Время новостей.